Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Вот такой вот сон мне и приснился, как меня там утащили, типа, куда-то в яму. И помнишь, кстати, что это за яма была? Где мы нашли этот стеклопакет? Да уж. Какое совпадение странное. Как будто ты был, знаешь, от лица вот этого доставщика. Во-во-во, я тоже так сейчас подумал. Да, как легко мы об этом говорим, ведь... Рядом, прямо там, где мы были, просто убили человека в очередной раз. Как мы легко об этом говорим. Потому что, мне кажется, мы уже закаленные в этом плане немного. Да, духи вернулись. Это все неспроста здесь происходит, они знают, что мы живы. Все, нужно уже. Как-то нужно делать, я не знаю, мы не можем сопротивляться тому, чего не видим в очередной раз. Нужно уходить как-то. На утро я бы предложил, я не знаю, пока покинуть это место, районы. Посмотреть, будут ли за нами охотиться хотя бы или нет. Че, просто возьмем сразу и свалим? Я не знаю. Соберем вещи, я не знаю, что сможем, возьмем и на время хотя бы уйдем куда-то. Может быть, в Лондон поедем, я не знаю. Не знаю, что нам честно делать. Слушай, знаешь, какая меня сейчас мысль посетила? Да. Вот этот магазин, ведь дядюшка Эрл, помнишь же его? Жил когда-то. Классный был. И ведь теперь его нет с того момента, как все это началось. А магазин его. Здесь разбили окно. Я думаю, нам нужно зайти к дядюшке Эрлу завтра с утра. Ну, нет. Если бы он вернулся, он обязательно бы сюда зашел. Посмотрим, может быть, у него что-то все-таки осталось. Поищем, походим. Да. Может быть, что-то есть у него. Какое-то послание последнее, записка. Потому что он просто без следа. Исчез и все. А сейчас я предлагаю лечь спать и выспаться. Может быть, ночью еще что-то придумаю. Да, нужно все-таки уснуть. Так. И на утро отправимся. Да. Готов? Да, в общем-то, тут я все прикрыл вроде бы. Если что, ключ также в доме Эрла оставим, вдруг он вернется, а мы заберем с собой. Это уже вряд ли, что он вернется, конечно, можно забыть про него. Да ну, я же не знаю. Ну, жалко, могилку надо хотя бы сделать. Да я зачем? С собой нож взял. Зачем тебе нож? Ну, чтобы защищаться, если что, мало ли какие-нибудь духи опять. Все же безопаснее будет, или все равно. Ну, возьми нож, вдруг пригодится в быту. О. Главное, чтобы соседи не подумали, что мы воры. Да. Пошли. Ладно, сейчас самое главное, как-то дверь открыть. Ну ты же у нас гений дверных заведений. Давай, да. Я слежу. Оп. А? Открыл? Красавчик. Проходи. Так, давай, придумаю. Значит, там. Что у нас? Как-то здесь уже все пусто. Я понятия не имею, с чего начать, потому что, как бы, все знаем уже. Обычный дом какой-то тупой. Может быть, что-то есть в комнате, может быть, какие-то полки проверить, все. Может быть, что-то есть. Дверь не открывается. Проверь углы какие-нибудь, может быть, потайные всякие. Наверняка что-то есть. Нет подъема на балкончик никакого. Да, может, какой-то подъем тут есть. Вот лестница какая-нибудь, чердак, что-то подобное. Ого, как ты вскарабкался ловко. Ну да, я же спортсмен, типа, всю жизнь занимался. Но тут ничего нет вообще. Может, под столом, я не знаю. Горшки, может, а что мы ищем? Ладно, я тогда. Даже сами не знаю. Попробую тут ему на полке ключи Че? Что это? Смотри. Что это, цветок? Нет, ниже, смотри, ниже. Не свалить. Ну это что такое? Видишь, это какая-то... Это какой-то сундук. Я попробую туда залезть при открытии. Подожди, а он был вообще здесь до этого? Так. Я не знаю. Опасно, вот открывать сейчас. О! Так, здесь лежит какой-то. Смотри. Ух ты! Блестящий камушек. Давай сюда. Подожди. Ух ты, что такое? Я не знаю. Никогда не видел какой. Может быть, это последний какой-то, не знаю. Так сказать, доход или последняя надежда Эрла была на старость. Может быть, он отложил в случае чего продать. О, подожди, тут какая-то записка прилагается сейчас. Ну ладно. Это священный изумруд. Сейчас. Окуните его в горное озеро,
на Бах. И узрите его силу. Ха. Это все, что здесь написано. Не знаю, честно, кто это писал. Что это нам дает? Я не знаю. Мы даже не знаем, что это за озеро и где это. Как это связано с Эрлом? Да, самое главное, как это связано с Эрлом. Вообще никак. Может, он туда и отправился, а? Ну, хотя у нас этот-то здесь. Ну, а изумрудик-то здесь? Ведь он его не взял. У нас появляется новое интересное задание, которое, надеюсь, никаким образом не связано с духом. Просто на это надеюсь. Да. Что ж, я бы сейчас пошел домой, взял все возможные вещи, может быть, пару книг с собой, может быть, что-то про этот алмаз накопать. И, не знаю, отправиться куда-нибудь. Давай, или говори. В Лондон, в аэропорт, я не знаю. Будь путеводителем. Ладно, пойдем пока домой.